Всем привет! Привет, кто зашел ко мне на канал. В гостях у Павловны. Сегодня Павловна занимается морковкой. Вчера принесли мы с мужем с погреба морковь. Гниет. Всю достали, сколько там оставалось. Гниет безбожно. Поэтому я ее начистила, намыла, начистила. Вот по таким пакетикам для вакуумной упаковки сделала. Сейчас буду вакуумировать. Как буду вакуумировать? У меня есть обзор на канале. Называется вакууматор. Как вакуумирую это все я со своим приспособлением. Это все там можете посмотреть, кому интересно. Остальную часть морковки я что решила сделать? Вот такое дело. Сделала салат. Очень простенький. Сделала, раз уж морковка сегодня занялась, то значит салатик, морковка, сыр и чесночок. Очень аппетитный, вкусный. Не мне вам рассказывать. Все знаете этот вкус. Не на очень крупной терочке натерла. Вот посмотрите. Когда будем кушать, переложу в другую тарелочку, в салатницу. А еще испекла я печенье. Вот только что сейчас достала. Рецепт, кому интересно, я под видео оставлю. Очень простой рецепт. Мягонько. Посмотрите, какое мягкое рассыпчатое печенье получилось. И цвет красивый. И очень просто. Если кому интересно, ну, возможно, сейчас морковочка пока еще, как говорится, не совсем я ей дала испортиться, поэтому я могу испечь еще. Как я его замешивала, покажу. Ну вот, сегодня целый день занималась я морковочкой. Целый день. Это называется пенсионер не работает. Вот так продуктивно. Печенье мягкое, рассыпчатое. Вот я его разломила. Попробовала одну вообще вкуснятину. Ну все, всем пока. Заходите ко мне на канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не дадим пропасть урожаю.